Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на 9-й кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом, каждая семья. Смотрите выпуски. Приоритет 2030. Дальний Восток. Базовый вуз области представил проект программы стратегического развития. Как вырастить здоровое поколение? Методы профилактики распространенных заболеваний обсудили эксперты из Хабаровска и Биробиджана. 53 спортсмена поборолись за кубок Исаака Пришкольника. В Биробиджане прошел турнир по самбо. Лекции – это еще не все. О внеучебной жизни студентов ПГУ имени Шалом Лейхема узнали слушатели Авторадио. Ректор ПГУ имени Шалом Алейхима Наталья Баженова предоставила в правительстве области проект «Стратег развития» в рамках реализации программы стратегического академического лидерства. Приоритет 2030 – Дальний Восток. В нем определили ключевые приоритеты в научной, образовательной области и молодежной политике. С партнерами уже договорено, и они готовы работать с нами в связке. Под обогащение полезных ископаемых – это Уральский горный университет. Под сетевое партнерство с IT – это университет ЭТМО. Вы знаете, они давали семикратных чемпионов по программированию, чемпионов мира. С 11 по 13 апреля Министерство науки и высшего образования России проводит проектно-аналитическую сессию в рамках реализации программы «Приоритет 2030. Дальний Восток». На ней базовый университет области продолжит работу над программой. Дарья Куприна, Денис Листюхин, Новости 21. Беречь здоровье важно с детства. Но что, если современный мир предлагает множество соблазнов, которые влияют как на физическое, так и на психическое развитие человека? О борьбе с распространенными недугами говорили эксперты из Хабаровска и Биробиджана в ходе конференции «Растим здоровое поколение». Мероприятие состоялось в рамках межфракционной работы Законодательного собрания Еврейской автономной области. Среди спикеров – стоматологи, нутрициологи, педиатры, сурдологи, дошкольные педагоги. Инициатором проведения выступила председатель общественной организации «Деловая Россия». Я считаю приоритетом нашего комитета, это как раз-таки профилактика заболеваний, особенно детских. Поэтому мы приехали сюда вместе с педиатрами, вместе с стоматологами, рассказать о том, как мы видим проблему сегодня здоровья детишек, обратить внимание на это разных сообществ и рассказать свое видение, что нужно сделать для того, чтобы наши детки были здоровыми и счастливыми. Эксперты поднимали разные темы: гиперактивность детей, зависимость от гаджетов, прослушивание музыки в наушниках, неправильное питание, несоблюдение режима дня, правил личной гигиены. Все это приводит к развитию распространенных проблем со слухом, с лишним весом и кариесом. О глобальности последнего подробно рассказали специалисты клиники Тариленд. Когда я была студенткой, мы говорили о том, что мы кариес победим. То есть, в принципе, наше обучение было на это направлено. Сейчас я понимаю, что мы очень далеки от этого. Я не думаю, что кариес мы победим в ближайшее время, но мне очень хочется, чтобы вот хотя бы те, кто здесь присутствует, могли поделиться своими знаниями, которые вы сейчас получите, и все-таки хоть кому-то из детей мы бы помогли. Здоровье ребенка начинается с семьи, отмечают эксперты. Важно с детства прививать ему правильные привычки, подавать личный пример. Об активном образе жизни, здоровом и вкусном питании, о воспитании малышей рассказали эксперты регионального блока, представители профильных направлений из Биробиджана. В дошкольном возрасте ребенок запечатлевает все, что может предложить ему окружающий мир, да, как негативное, так и позитивное. И для нас, для педагогов, очень важно, чтобы именно в этом возрасте ребята узнали о том, да, насколько совершенен и уникален наш организм, и что нужно делать для того, чтобы его сохранить. «Долой вредные привычки» – известный слоган, который, к сожалению, редко используется на деле. Эксперты-медики всегда отмечали – заболевания легче предупредить, чем лечить. Так что очень важно заниматься профилактикой, прививать детям активный и правильный образ жизни. Это позволит решить в будущем множество проблем со здоровьем. Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, Новости 21.
Лучшее вложение – это вложение в комфорт и уют в вашем доме. Акции от компании «Стройлига». При заказе остекления балкона или балкона под ключ вы получаете сушилку для белья в подарок. При заказе окна – москитная сетка в подарок. Также действует скидка до 35% на окна и балконы. «Стройлига». Бесплатный замер по всей ЕАО. Телефон 77-955. Адрес: улица Шалом Алейхема, 73. Помните, мы радовались простому и настоящему. Вместо соцсетей – живое общение. Мы не использовали фильтры и маски, а «Монастырка» была синонимом к слову «минералка». Многое изменилось, но «минералка» для нас до сих пор «Монастырка». «Монастырская» – новый облик, неизменное качество. А? Переспрашиваете? Что проще скрыть? Большие проблемы со слухом или маленькие слуховые аппараты? Специалисты по слуху «Аудионика» помогут найти правильный ответ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 7-40-40. «Аудионика». Монтаж монтажу рознь. Выбирайте качественные услуги. Компания «Вояж 7 континентов» гарантирует высокопрофессиональный монтаж пластиковых окон, балконов и натяжных потолков. Вы получите лучшие материалы от лучших производителей. «Вояж 7 континентов». В уницентре «Вояж», телефон 3-55-13. Хочется чего-то новенького? Хочется чего-то новенького? Попробуй колбасу «Деликатесная люкс» от «Бридер». Чистый экологический продукт, насыщенный мясной вкус. Уже в продаже в магазинах города. В бюджетную организацию на постоянную работу требуются врач, психиатр, медицинская сестра, начальник хозяйственного отдела, зарплата от 40 тысяч рублей, специалист по охране труда, зарплата от 30 тысяч рублей, повар, кухонный рабочий, уборщик служебных помещений. Обращаться по телефонам 8-42-622-35-9-12 и 8-924-747-10-33. Более 900 городов доставки, десятки тысяч выполненных заказов, любые запчасти для автомобилей и мотоциклов. «Экзист.ру» – запчасти на всю страну. В твоем городе, на Пионерской, 69. В трудные времена рассчитывать можно только на друзей. Мы не повышаем цены на стоматологию в клиниках «Тари Люкс» и «Тари Лэнд». 475-807. Друзья рядом. С 5 апреля 2022 года в кожно-венерологическом диспансере возобновилась выдача медицинских освидетельствований в форме электронного документа. Стоимость заключения 520 рублей. Телефон для справок 20416. Урожай круглый год. Заказывайте теплицы на Школьной 11. Крепкие, надежные, проверенные временем и непогодой. Любых размеров. Звони и заказывай 222-89 и 8-914-815-96-78. ОГБУ МФЦ требуются специалисты по работе с клиентами. Работа в перспективном учреждении, широкие возможности развития, коллектив профессионалов, оформление согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, соцпакет, кадровая служба 8-42-622-404-37. Зефир, печенье, шоколад, чаи и кофе, мармелад. В мир сладостей откроет дверь наш вкусный домик «Карамель». Приходи в магазин «Карамель», Шалом Алейхема, 78А. ООО ПМК «Биробиджанводстрой» на работу требуются дробильщики. Опыт работы приветствуется. Машинист вилочного погрузчика «Кара». Опыт работы и наличие соответствующих документов обязательны. Официальное трудоустройство, полный социальный пакет. Заработная плата достойная. Справки по телефонам 8-964-479-28-42, 8-924-154-37-71 и 8-42-622-75-6-76. Твоя аптека.рф. Онлайн-сервис бронирования лекарственных средств. Хотите покупать быстро и выгодно? Просто оформите заказ в приложении и заберите его уже через 10 минут в любой ближайшей аптеке или закажите курьерскую доставку. Для вас работают более 300 аптек-партнеров на Дальнем Востоке. Действуют регулярные скидки, акции, бонусная программа и бесплатные консультации квалифицированных специалистов. Твоя аптека.рф. Прощание с князюком Виктором Владимировичем состоится 13 апреля с 11.00 до 11.30 в ритуальном зале похоронного дома по дороге на кладбище.
Девушки и юноши 2006-2011 годов рождения сразились на открытом турнире по самбо за кубок Исаака Пришкольника. Несмотря на юный возраст, стремление к высоким целям показал каждый спортсмен, сходясь с соперником. Я занимаюсь уже 6 лет. Сначала занимался в Благовещенске, теперь уже в Биробиджане. У меня первый юношеский разряд. В самбо разрешается применять броски, удержания и болевые приемы на руки и ноги. Броски можно проводить с помощью рук, ног и туловища. Как и любой вид борьбы, он требует большой выдержки, силы воли и, конечно, постоянных тренировок. Я занимаюсь более 7 лет видом спорта самбо. И у меня уже 68 медалей. Я каждый день ходил на тренировки, вылаживался полностью на тренировках и готовился к этим соревнованиям очень долго. Для большинства юных спортсменов это не первый турнир. Со своими тренерами они выступали не только на территории еврейской автономии. Мы участвуем во всех соревнованиях. Моя спортивная школа участвует на первенстве края, мы участвуем. На первенстве федерального округа, вот с Владивостока мы недавно приехали. Многие считают, что самбо впитало и продолжает впитывать в себя наиболее эффективные приемы защиты и нападения, которые тщательно отбираются из различных видов боевых искусств. Этот вид спорта с каждым годом набирает популярность у жителей автономии. Дарья Куприна, Богдан Патрин, новости 21. О космических возможностях для личного саморазвития студентов Приамурского госуниверситета имени Шалом Алейхима говорили сегодня в День космонавтики на Авторадио. Гости из студии рассказали о том, как организована внеучебная жизнь университета. Помимо учебы, сегодня студенты активно вовлекаются во внеучебную деятельность. Сегодня ВУЗ не только участник крупных событий на территории города, области и за ее пределами, но также и их организатор, поэтому абсолютно каждый может себя реализовать в той или иной сфере, повысить уровень своих навыков и опыт в той или иной области. Спорт, творчество, научно-исследовательская деятельность и, конечно, общественная жизнь, которая кипит вокруг волонтерского центра университета. При нем действует 20 отрядов самых разных направлений. Кроме этого, можно осваивать актерское мастерство в театре-студии, совершенствоваться в хореографии и пении, заниматься спортом в многочисленных секциях. Активные участники всего этого движа нередко выезжают в разные города страны на различные конкурсы, соревнования, научные и культурные мероприятия. И это не единственный стимул для активистов. Конечно, университет у нас оказывает огромную поддержку студентам, которые имеют высокие достижения в определенных областях деятельности. Например, студенты, которые добились каких-то успехов определенных в таких направлениях, они у нас могут претендовать на повышенную стипендию, которая у нас суммарно с обычной академической стипендией может достигать 20 тысяч рублей. Кроме этого, есть еще стипендия ректора, стипендия мэра, стипендия губернатора, правительства и президента. Гости из студии обобщили свой рассказ для будущих абитуриентов призывом «Поступай, участвуй в общественной жизни, получай ресурсы и развивайся». В Приамурском государственном это все возможно. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Денис Листюхин. Новости 21. На предприятие ООО «Дорожное строительство» требуется юрист, заместитель главного бухгалтера, электрогазосварщик, автоэлектрик, машинист смесителя асфальтобетона, уборщики территории, сторож, улица Волочаевская, дом 41, телефон 452-55.
Салон мужской одежды «Эстет» проводит полную распродажу товара со скидкой от 30 до 50%. Костюмы классические от 4000 рублей, пиджаки от 3500, брюки от 1000 рублей, рубашки от 500, пальто от 54 до 56 размера 6000. Также в продаже имеются поло, футболки, шорты и другой ассортимент. Торговый центр «Мегаполис», первый этаж, бутик номер 3. В кондитерский цех требуются ученики на формовку, зарплата от 28 до 45 тысяч рублей. Грузчики от 25 до 30 тысяч рублей. Собеседование проводится в будние дни по адресу: Пионерская, 62, корпус 3. Телефон 8 964 827 17 14. Теплоозерский цементный завод приглашает на работу заместителя главного механика, инженера-механика, водителя-погрузчика, составителя поездов, электромонтера, электросварщика ручной сварки, фрезеровщика, токаря, транспортерщика, дробильщика, бункеровщика, насыпщика цемента, плотника. 924-150-2050. Поселок Теплоозерск, улица Вокзальная, дом 16. Компания по изготовлению упаковки открывает новые направления и приглашает на работу. Операторов производственного цеха, производства упаковки, специалисты отдела снабжения, требования, знания первичного документа оборота, навыки работы с таблицами Excel, умение работать с большим объемом информации, умение вести переговоры, зарплата 30 тысяч рублей. Менеджера по продажам и продвижению продукции, требования, поиск покупателей, умение вести переговоры с контрагентами. Телефон 48 104 8 924 747. 9807. Магазин «Мир сантехники» приглашает на работу сотрудника торгового зала. Опыт работы в 1С, управление торговлей, Word, Excel. Адрес: город Биробиджан, улица Шалом-Алейхима, 88. Телефон 4-12-32. На работу вахтовым методом в Сахалинскую область требуется горничная, зарплата от 50 тысяч рублей, кухонный работник, зарплата от 50 тысяч рублей, повар, зарплата от 66,5 тысяч, пекарь-кондитер, зарплата от 75 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, выплата заработной платы 2 раза в месяц. Вахтовый метод работы. Обращаться по телефону и WhatsApp 8 924 183 12 79. Фирма «Спринт» предлагает системные блоки от 9 тысяч рублей. При покупке компьютера в комплекте скидка на монитор плюс принтер в подарок. У нас вы можете купить оргтехнику, расходные материалы и комплектующие в рассрочку или в кредит. Осуществляем ремонт и модернизацию компьютеров и ноутбуков, ремонт планшетов и телефонов, заправку и восстановление картриджей. Наш адрес: улица Шалом-Алейхима, 37, «Спринт», новый компьютер. Телефон 2-39-69. В «Любимом» каждую неделю новые скидки на любимые товары. С 12 по 18 апреля. Колготки «Инамо Белла» всего по 175,90. Зубная паста «Сплат Профессионал» всего по 158,90. Средства для мытья посуды «Куалита» всего по 87,90. Стиральный порошок «Миф Автомат» всего по 359,90. «Любимый» – выгода рядом с домом. «Гранд Обои» – это искусство украшать. «Гранд Обои» на Постышева 1А – это новый большой салон обоев. Только здесь специально для вас подобран огромный выбор лучших авторских коллекций обоев. «Гранд Обои» – уют вашего дома на Постышева 1А. Магазин «Саквояж» приглашает. За покупками всегда в наличии постельное белье, одеяло, подушки, покрывало, на матрасники и топперы, а также халаты, пижамы, туники, спортивные костюмы, домашние комплекты, джемперы, нижнее белье. Широкий выбор детской и подростковой одежды. Всегда в продаже именные полотенца. Принимаются коллективные заказы на вышивку. Принимаем заявки на пошив постельного белья по индивидуальным размерам. Магазин «Саквояж». Выбирай качество. ООО «Вектор ГАЗ» примет на работу водителей категории С, Е для перевозки опасных грузов. Трудовой стаж не менее 5 лет. Наличие ДОПОК. Зарплата от 60 тысяч рублей. Официальное трудоустройство. Город Биробиджан, улица Заводская, 41А. Телефон для справок 8 914 814 08 59. Новое поступление мужских курток в русском размере. Весна уже началась, а вы еще не приобрели демисезонную одежду? Отправляйтесь в русский размер. Турецкие мужские куртки и жилетки от 54 размера. От 2700 до 6200 рублей. Обновляй гардероб в русском размере на Шалом-Алейхима, 12. Окна, потолки, балконы. Скидка 30%. Рассрочка и кредит. Окна уют, тепло и свет вам принесут. Улица Димитрова, 5. Телефон 2-11-11. Внимание, садоводы и огородники! На переулке МТС-20 открылся новый магазин.
Инвентарь, комплектующий, грунт, удобрения и новинка. Опрыскиватели с аккумулятором. Все для сада и огорода на переулке МТС 20. В центр комфортного проживания требуется бухгалтер по начислению заработной платы, слесари и сантехники, водитель категории БЦ, электрики, электрогазосварщики, плотники, крановщик, КАТО, техник, тракторист, монтажники окон ПВХ, дворники, уборщики и уборщицы лестничных клеток. Обращаться по адресу улица Индустриальная, 1А, с 8 до 17 часов, обед с 12 до 13, телефон 2-46-10. Давно хотели работающую рекламу своего бизнеса? Хотите, чтобы ваш ролик увидели и услышали 20 тысяч потенциальных клиентов ежедневно? Время пришло! Риабер Абиджан объявляет снижение цен. Нужны подробности? Звони прямо сейчас по номеру 7-1065 или пиши в WhatsApp 8-964-827-33-26. В ООО ПМК «Биробиджанводстрой» требуются дорожные рабочие на дорожно-строительный участок, оплата труда при собеседовании, официальное трудоустройство, полный социальный пакет. Справки по телефонам 8-964-479-2842, 8-924-154-37-71 и 8-42-622-75-6-76. Это бомба! Школа-студия «Бомба» — это федеральная обучающая сеть, где можно получить сертификат мастера международного образца. Мы вошли в топ-50 лучших учебных центров России. Наши курсы — архитектура бровей, ламинирование ресниц и бровей, маникюр, шугаринг, наращивание ресниц, а также курсы повышения квалификации. «Бомба» — Пионерская, 58В. У Ивановых на балконе дождь идет. Вот так. А у Петровых вот так. Просто Петровы купили балкон в технологии роста и получили шумоизоляцию в подарок. Технология роста – ваш тихий, уютный балкон. Звони и заказывай. 2-22-11. Я вижу знаки. Они повсюду. Это знак. Путь свой найдешь или все потеряешь. И это знак. Мудрость озарит тебя или отвернется навсегда. Это знак не больше 60. Однозначно. У дорожных знаков нет двойных смыслов. Даже небольшое превышение ставит безопасность под угрозу. Прощание с Князюком Виктором Владимировичем состоится 13 апреля с 11:00 до 11:30 в ритуальном зале похоронного дома по дороге на кладбище.